В этой оранжерее ботанического сада не заметить цитрон сложно, настолько крупные плоды. Хотя плодоносящих и цветущих цитрусовых здесь предостаточно. У цитрусовых несколько периодов цветения. Вот смотрите, мы сейчас с вами наблюдаем, в частности, цветет лимон Мейер, да? Соответственно, он где-то через 9 месяцев созреет. От зацветания до созревания плода у лимонов проходит 8-9 месяцев. Соответственно, если растение зацвело в зависимости от сроков, то плодоношение может смещаться. Иногда получается добиться 2 урожая. Цитрон у нас, вот по нашим наблюдениям, у него стабильно один раз в год урожай. То есть сейчас, вот, когда плоды у него полностью все отпадут, у него будет обильное цветение, у него очень обильное цветение. Он даже чем-то внешне напоминает куст черемухи, когда цветет. Ну, чтобы вы понимали, да, насколько это обильное цветение. Плоды завязываются, но, к сожалению, не все. Цитрон – одно из самых древних возделываемых растений. Его выращивали в Западной Индии, Западной Азии и Средиземноморье. Он первым из цитрусовых задолго до нашей эры попал в Европу и по сей день своим применением оправдывает свое латинское название – цитрус медика. Он прежде всего известен тем, что из цедры этого цитруса получают эфирные масла, которые широко используются в парфюмерии и в медицине. Вот. Соответственно, если даже взять такой плод в руку, то после того, как этот плод подержать в руке, будет ощущаться, что эфирные масла остались прямо на коже. Вот. По условиям содержания он примерно так же, как и классические лимоны. Да? Только нужно учитывать, что если у вас растение крупное, большое, на нем много плодов, как у нас вы можете видеть, то ему нужно своевременные, достаточно такие хорошие подкормки, чтобы растение, так сказать, выносило эти плоды не в ущерб себе. В домашних условиях цитрону требуется пространство, зимний сад, если вы хотите такое же роскошное дерево. Но размер цитрона ограничится предоставленной площадью, а использование – вкусом. Что касается применения, из цитрона можно сварить самое простое – это варенье, да, так как там большая корочка у него цедра. В принципе, варенье варится полностью из плода, он нарезается на небольшие кусочки, к нему можно добавлять корицу, гвоздику, в зависимости от ваших кулинарных предпочтений.